Очередная жертва огня. На пожаре в частном доме сгорел мужчина 1933 года рождения. На пульт дежурного МЧС вечером 14 января поступил звонок о возгорании в деревне Мелюшково Тейковского района. В течение 40 минут спасатели ликвидировали возгорание. Под завалами был найден хозяин дома. Спасти его не удалось. Причиной произошедшего, по предварительной версии, стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. С начала года в результате пожаров погибло 8 человек. Главное управление МЧС России по Ивановской области настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электрообогревательных приборов. В случае возникновения пожара незамедлительно звонить в службу спасения по телефонам 101 и 112.